Компания «Воронежский фермер» – это высокое качество и отменный вкус. Это домашнее фермерское хозяйство. Колбасы, сосиски, сыр и сало – все это можно найти на стенде «Воронежского фермера» на выставке в Сочи. Куропатка с апельсинами, запеченная в печени, гусь с яблоком, утка с черносливом, перепелка с брусникой. Различные сыры – сулугуни, копченый, брынза, сало с чесноком, соленое в рассоле. Также большой выбор сосисок и сарделек, колбас в натуральной оболочке. А также новинки – сыровяленая оленина, лосятина, вырезки из лосятины и оленины и настоящий хамон. Аромат, богатый ассортимент и аппетитный внешний вид притягивают множество покупателей. Продавцы предложат и продегустировать товар перед покупкой. Компания на рынке сырных и колбасных изделий уже более 10 лет. Воронежский фермер приглашает всех сочинцев на выставку «Продукты питания» со свежими и вкусными деликатесами.